говоришь. Будем играть в снежки? А? Сегодня какое? 27 июня. Потому что вчера надо было показания передавать по счетчикам. Я, как всегда, забыл. Может, поленился. Эти город вообще не видно из Мороси. Потому что рано. Как рано уже. Но почти середина лет. Сейчас с другой стороны посмотрим. Это северный склон. Не, погода сегодня теплая, в принципе. Я думаю, уже где-то плюс 11. Жарко. Нет. 9 было. На фотоаппарате. Ой, на этом есть? Нету. Навигатора нет у меня. Смотри, как поспиливали красиво. Да это пилой. А зачем, интересно? Вон там. Неужели стали ухаживать за лесом? А как это? Разве это ухаживание? Не, может, сухие. Сухие раньше все время спиливали. А, лэп. Под лэпом. Под лэпом вообще-то обычно все спиливают. Вот там чуть дальше и в дровяном. Там просто вот залежни бревен. Я тебе говорю, что зэки раньше спиливали сушняк и оставляли в лесу. И они сгнили. Гнили. Ухаживали за лесом. Лесничество у нас были. Ты идешь? Смотри, где рябина? Не цветет. Вон там, пошли. Вон она. Пошли. Она еще только. Она только зацветает, вон. Смотри. Угу. Одна, две. Ага. Там много наверху. А наверху. Ну нам же не достать наверху. Так дальше пойдем. Там на южном склоне его будет больше. Вон там болото. Ага. Там много морожки тоже можно собирать. Вон. Ага. Я там как-то собирал. Вкусный чай? Там, скорее всего, он будет выше. Мне кажется, в ручье его будет очень мало. В этом году его надо на склоне собирать. Что надо? На склоне собирать его в этом году, скорее всего. Или чуть попозже. Что попозже-то? Вон, смотри. Вот он. Щавель. Ну вот такой, совсем-совсем. Вот в таких он местах еще любит расти. Папоротник. О, смотри. Сочный, сочный. Нет, да смотри. Да сочный он. Какой? А этот, да, сочный. А что с ними не так? А, не можешь найти, что ли? Такой у нас, похоже, щавель. Ну, а здесь он уже цветет. Здесь он уже цвести начинает. Вот, иди сюда. Как раз я сказал, в папоротник его полно. Бывает. Ну, не в этом году. В этом году снег только сошел. О, ты там такой. Что это? Я тоже слышал. Какая-то птичка. Вышла? Мне надо двигаться, и она будет там. Типа прогоняет тебя? Странно, нет пищащего. Лёш, да. А ты не достанешь у меня в рюкзаке, чтобы я не снимала? Сейчас. Пакет. Пакет. Я хотел птичку увидеть, а у меня есть. Опа. Оно где-то здесь пищит.
Оно под землей бегает. Слышала? Насобираем. Насобираешь на суп. Смотри, какие холмики красивые. Вон здесь перед тобой еще щавеля много. Это который похож на щавель, он больше, он крупнее. Больше, вот иди сюда. Здесь полно как щавель, здесь щавель есть. Ну что, там тоже собирай. Вот. А куда мне? У меня еще замороженное есть. Вот еще крупный. Я же говорю, он выше будет. Вот, смотри. Вон. Вон там на склоне, это как раз южный склон. Здесь он растет. Вот. Это когда обычное лето, нормальное, без снега. Тогда его много в ручье. Кстати, почему-то ручей сухой. Может, ручей за той сопкой. Давно не было уже. Ты еще собираешься прийти? Ну, подумаем. Это не голубика. Это что-то другое, но похожую едят траву. Можно есть, по крайней мере. Салаты делают из нее. Ревень? Не. Ну, некоторые собирают иван-чай до цветения и потом во время цветения. Любители есть такие. У меня знакомый есть, он продает иван-чай. Он даже набирает народ, когда иван-чай начинает до цветения. Набирает народ и платит, не помню, сколько рублей за килограмм иван-чая. Потом во время цветения собирает. И у нас выпускает чай «Север», что ли, называется. Не помню. Он в Окее продает его, бывает. Какие-то у него даже выставки, пробовать можно иван-чай. А сейчас он перешел на другой уровень, его с другими травами мешает. Я-то в то воскресенье ездил к Лавне, я искал одуванчики. Одуванчики? Смотри, какие обманки вот эти. Да он не похож. Одуванчики хотел собирать, и варенье сварить, и на салат. Но там дорога перекрыта. Где я предположительно видел одуванчик? Угу. Блин, нет. Это не он. Так видно же издалека, что это не он. Я тебе говорю, у меня зрение село, Лёшка. А здесь что-то темновато еще. Может, наверх там не может быть? Может быть, он по этой сопке растет везде. Пошли. Просто можно поверху пройти, обратно по ручью. В том-то, когда позапрошлом году мы же собирались на ручье, когда там целые заросли были. Не, ну по этой стороне он такой более крупный ручей. Он такой, а там вообще теплее мне. Ну да. Ну, дождик такой, тепленький, кстати. Летний. Да, что мне, походу, надо сапоги менять. Сапоги менять? Да, у тебя запас... натекут. Или я туда вода натекла, вообще... накапала. Мне, кстати, мне пришлось сапоги менять. У меня один сапог продырявился. Я в том году новые сапоги покупал. Что не выдержали они столько походов. Я только могу ориентироваться, который вот такой высокий, а его нет. Оп. Ну сейчас папоротник закончится, там будет виднее. На макушке он вообще не растет. Так, а мы не на самом макушке не пойдем. Вот иван-чай можешь пособирать. Что? Вон тебе иван-чай. Ну да, потом на обратном пути. Мне сейчас на сушку собирать. И все. Ну, иван-чай здесь не обильно. У нас есть целые поля иван-чаевые, где собирают. Ты знаешь, что у нас есть
место в Мурманской области, где зверобой растет? Нет. Его посадили, то ли экспериментально, не помню. И он прижился, и там его можно собирать. Ну, мы на самой верхушке. Надо ниже спускаться. В принципе, он с той стороны тоже есть. Щавель, я помню. Я же тут все облазил все время. Ну, пошли на ту сторону посмотрим. Зачем? Ну, там есть, но он... Там еще хуже, там же северная сторона. А, да? А мне кажется, юг туда. Вон юг. Вон туда, вон там юг. Ну ладно. У тебя навигатор есть, можешь посмотреть. Блин. Там компас. Слушай, а я еще в нем разбиралась. Так. Вон под рван, где река в лесах, там, в средней полосе этого стяга. Не, потом в июле можно будет сходить еще. Да. Через 2 недели он подрастет. Угу. Ты сказала, что будет жаркая погода, плюс 11 жары. Вот это вот мой климат, да. Плюс жарко? Плюс 11? Нет, когда жарко. Ага. Тогда, помнишь, 18-й год очень жаркий был? Да. Я заморожка, вот, ага. Заморожка. Заморожка, ух ты, блин. Так я заморожка ходил ночью. Я не мог, я в субботу, что ли, или в пятницу вечером вышел. В 6 вечера вышел и вернулся уже в воскресенье в 6 утра. Там. Единственное, что грузит, да, эти. Я спал какое-то время. Ты пришел, поспал, собирать? Не, там, именно в лесу, какое-то время исчезли комары и мошки. Я лег на кочку, поспал, проснулся. Вот знаешь, почему я промываю? Да, она мясо. Фу. Поспал и дальше стал собирать. Смотри, отдохнул. Но даже летом и то было, ночью и то было жара невыносимая. А ты говоришь, в жару собирать что-то. Мне нравится. В жару так, максимум до питьевого доехать и там лежать. А больше никуда. Или налегке, ну налегке не знаю. В Шонгуй. Еще. Ну там еще жарче. Но зато там и виды красивее. Там уже немножко другой климат. И климат другой лес. Климат такой же, а лес уже больше южный такой. Деревья толстые, как магнитик, так была когда-нибудь?